утро! Здравствуйте! Наша программа называется «Утро Лайт». Мы вас будем по утрам. И делаем это легко. Подожди, Анют. Лайт — это не легко, это светло. Ну, лайт переводится как легко и как светло, но мы же не можем сказать «мы вас будем светло». Точно. Так, открывайте глаза, на улице уже светло. И с вами Артем Мазур. И Анна Бугаева. И мы начинаем. Поехали. Доброе утро! Мы находимся в удивительном месте. Это поселок Красное Слободейского района. Тут протекает река Турунчук. И мы в гостях у заядлого рыбака и мастера древесных дел Владимира Борисовича Ганджа. Идем знакомиться. Подготовить удочку и забросить ее подальше от берега, чтобы улова было больше. Свое утро Владимир Борисович начинает здесь, у речки. Долго сидеть на причале не приходится, любимая работа зовет. Изготовить стол, стул или вешалку для дома мастеру не составит труда. Кстати, именно эту дисциплину, точнее будет сказать урок технологий, ведет Владимир Борисович в школе-интернате села Глиное. Любимое дело родом из детства. Тогда отец-столяр показывал сыну красоту и силу древесины. Работы отца хранятся в семье до сих пор и используются по назначению. Это как память отца. Я их храню, им уже, наверное, лет по 30. Вот и все. А стульчику, наверное, лет 40 он еще внукам сделал. И сейчас и правнукам уже осталось. Родился сам я в Сибири, но вырос в Гагаузии. Мои родители переехали туда. И там и гагаузский язык выучил. У меня и акцент даже такой вот, какой-то не русский. И вот там все у них сафра, это по-гагаузски называется. Они все такие столики, каждая семья имела. И стульчики вокруг садятся. А сейчас тоже вот когда... Что-то надо нарезать особенно, рыбу чистить, вот сок, это все выжимаем, все тут заготовки делаем. Когда заходишь в дом Владимира Борисовича, будто оказываешься в замке, только из дерева. Деревянная кухня выполнена вручную, полочки и тумбочки украшены всевозможными узорами. Для работы мастер использовал ясень и бук. Признается, материал дорогой, да и времени на изготовление ушло более 2 лет, однако результат стоил потраченных сил. Я так понимаю, что этот кухонный уголок тоже вы сделали самостоятельно. Расскажите, как вы его делали? Такой красивый очень. Ну, вообще, это у нас зимняя кухня, и в первую очередь это сделали стол. Это мой папа сделал еще стол, когда еще я дом только построил. А я его взял и украсил резьбой. И то получился есть вот это... эти вот украшения, да? Да, украшения это я уже украсил, а стол сделал папа. А потом я думал, что же сделать, чтобы такое красивое было, и вот придумал вот такой вот уголок. И... С дерева идет и мягкая, это спинка, и сиденье мягкое. Ну, тут вот видите цветы, это, тут есть разная резьба, контурная резьба, плоскорельефная резьба, геометрическая резьба. Тут 3 резьбы, комбинированная называется резьба. А это вот только геометрическая резьба. А это рельефная резьба. Осматривая замок, мы попали в детскую, где стоит встроенный деревянный шкаф. Кстати, это первая работа мастера. А у камина уютно расположился деревянный корабль. Вскоре путешествие привело к сокровищнице замка. Ну вот кровать. Я сначала сделал тут кровать. Мечтал это давно. И лет 10 назад вот начал ее делать. И года 2 делал ее. Пока ножки выточил. А потом решил сделать комод. Сейчас в моде комоды, и вспомнил, как папа делал комод. Думаю, я обязательно тоже сделаю детям комод. Материал очень дорогой. Тут бук, это вот липа, кусочек тут липы есть. Вот дети также делают у меня шкатулки. Вот этот старший сын сделал из липы, видите, какая резьба, шкатулки. Вот с ореха шкатулочка. Вот эти деревянные шахматы, которые в несколько раз больше обычных, Владимир Борисович подготовил специально для конкурса «Умелые руки» еще 40 лет назад. Жюри, увидев такую красоту, незамедлительно дали первое место. Вот так вот. На улице, как и в доме, большое количество деревянной мебели. Работает мастер в основном зимой. Идейным вдохновителем и наставником вот уже 40 лет является супруга Владимира Борисовича. Я стараюсь ему помочь. Да, и вот он с удовольствием принимает мою помощь, потому что там одному тяжело работать, а вдвоем все-таки удобнее, легче. Мы выбираем ткани, если там нужна эта ткань. Иногда мы обговорим узоры, когда он что-то новое предлагает, хотел бы сделать, предлагает.
него. Если мне нравится, я говорю, да, молодец, умница. Работа с деревом, признается мастер, требует усидчивости и терпения. Кроме того, древесина чувствует человека, его желание и настроение. Сейчас Владимир Борисович изготавливает большой стол, который в скором времени заполнит вся семья. Помните, в школе нам сдавали огромнейшие списки литературы, которые мы должны были прочитать за каникулы? И вспоминали мы об этом только в конце августа. Угу. Теперь вы своим детям говорите: посмотри, конец августа, ты ничего не прочитал из списка, давай хотя бы по 20 страниц в день, ну не успеешь же! Ничего не напоминает, господа. А вот вы сколько книг прочитали за это лето? Вот. Вот вам еще одна книга. Читайте на здоровье. История, которая легла в основу этого сюжета, в очередной раз доказывает, что нет ничего невозможного. Тем, кто хочет начать свой бизнес, записать музыкальный альбом или издать книгу, сейчас не обязательно иметь круглое состояние. Достаточно воспользоваться специальными ресурсами в сети интернет. Именно так поступила молодая мама и по совместительству писательница из Петербурга, чтобы подарить лето каждому. По большому счету, эта книга была написана год назад. Автору, молодой маме Саше Житинской, очень хотелось написать книгу, но времени погрузиться в большой текст с маленьким ребенком не было. Поэтому каждый день Саша писала историю какого-то предмета или явления, представляя, какими могли бы быть его чувства, мысли и как он здесь оказался. Все эти истории вместе с фотографиями появлялись в инстаграме девушки. На их основе совсем юная художница из Москвы нарисовала иллюстрации. Рисунки сделаны в стиле наброска, чтобы это окончательно было похоже на дневник, полный простых и сложных девичьих тайн. Весной этого года появилась идея запустить на одном из ресурсов сбор средств на издание бумажной версии книги. Цель – собрать 270 тысяч российских рублей, чтобы напечатать 1000 экземпляров. Необычен сам формат книги. Состоит она из 92 страниц. Ровно столько дней и длится лето. На каждом листе новая история и новое наблюдение. Авторы обещают помочь погрузиться в летние вкусы, запахи, события и даже самому стать летом. Разобраться, какое оно для вас. А в конечном итоге понять самое главное – себя самого. К слову, в отличие от обычных книг, вы можете сами выбрать, в какой последовательности читать эти небольшие зарисовки. Эссе посвящены тем деталям, которые мы часто не замечаем, проскакивая мимо в нашей взрослой жизни. Цветам, детским игрушкам, летнему голубому платью. Все трогательно наивные. Вчитываясь в них, на какое-то время забываешь о заботах и просто улыбаешься. Когда ты лето, ты мокрая от дождя трава. Капли приземляются на тебя, и мягко и приятно скатываться по твоим маленьким желобкам на землю. Или застревать в хитросплетениях твоих зеленых тоненьких волосинок. Ты стелишься вдоль земли, обнимая и защищая ее, хотя на нее никто не нападает. Так защищают малыши и мамы, укладывая их спать и обнимая, укрывая и укутывая собой. Ты пахнешь зарождающейся влюбленностью и вдохновением от того, что просто живешь, просто слушаешь дождь и позволяешь ему окутывать тебя так же заботливо, как сама окутываешь землю. По большому счету, авторы этого произведения не ставят себе цель заработать. Отдельные истории из книги вместе с иллюстрациями можно найти в свободном доступе в интернете. Александра, писательница, решила создать небольшой тираж настоящих бумажных книг для тех, кто захочет подарить лето кому-то из своих близких или погрузиться самому в эту атмосферу без вмешательства гаджетов. Скажу тебе честно, наши телезрители умеют зарабатывать деньги головой. Для тех, кто не в курсе, поясним. Артем решил поощрять тягу к знаниям едой. Ну а что, нужно подпитать как-то наших телезрителей. В общем, прямо сейчас мы запускаем второй выпуск рубрики «Свободная касса». Приятного аппетита. Приятного просмотра. Приятного просмотра, да. Доброе утро! Сегодня вновь займемся тем, что поможем кому-то хорошенько поужинать, а рассчитаться за это знаниями. Это свободная касса, и мы начинаем. Пошли! Слушай, вопрос такой, не хочешь заработать денег? Нет, таким образом нет. Не хотите заработать денег? Нет. Понял, хорошего дня. Вот девушка стоит такая загорелая, пьющая кофе. Я вам задаю вопрос. Если правильно отвечаете, получаете 50 рублей. Попробуем. Лиля, Владимир, супруг Лили будет группой поддержки. Свободная касса. Во-первых, спасибо вам, что вы
Согласились на такую авантюру? В общем, 5 вопросов. Правильный ответ 50 рублей. Вот они, сертификаты. Несгораемую сумму вы сами определяете. Готовы? Готово. Давайте начнем. Желаю вам удачи. Вопрос первый. Что из перечисленного не является сортом капусты? Белокочанная, брокколи, черри или цветная? Черри. Согласны, Владимир? Да. Ну, правильно. Здорово. Видите, ничего сложного нет. Первое, это ваш. Можем остановиться прямо сейчас. Хотите? Не. Продолжим? Да. Давайте теперь назначим несгораемую сумму. Ну, давайте сколько? 100, да? Нет, 200. Вы можете ее позже назначить, как хотите. 300. А у нас только 250. Хотя ладно, для вас 300, потому что в прошлой передаче Наталья выиграла только 200. Так что эти 50 рублей остаются следующему нашему участнику. Ее 50 рублей остались. Я вас поздравляю, у вас есть шанс реально выиграть 300. Вопрос второй. Из какого мяса готовят антрикот? Баранина, говядина или конина? Не знаю. Почему так уверены? Ну, из баранины точно нет. Владимир, вам супруга готовила антрикот? Может, и готовила, но я не знал, что это антрикот. Давайте узнаем правильный ответ у знатока. Максим. Антрикот происходит от французского котре, что означает мясо на ребрышке, и готовит их чаще из говядины. Я поздравляю, она вам приготовит правильный антрикот, потому что он готовится из говядины. Супер, еще 50. Вы прям молодцы. Это ваш. Вопрос третий. Блюдом какой национальной кухни является штрудель? Германия, Австрия, Франция? Германия или Австрия? Вот Австрия, ты так думаешь, да? Ну, как бы более уверен. Пускай Австрия, значит. То есть будет кого потом обвинять, да, если что? То есть я заработала 100, он сделал все, чтобы не заработать 150. Или наоборот сделал? Австрия. Ну, пускай будет Австрия, да. Ну, проиграем, так проиграем, что теперь. Зато будем знать. Штрудель. От немецкого штрудель – вихрь, воронка, водоворот. Австрийское мучное блюдо в виде рулета из вытяжного теста с различной начинкой. Чаще всего яблочной. Я вас поздравляю, вы не проиграли. Вы выиграли. Это Австрия. Умнички. Владимир, вы молодец. Еще 50. Возьмите, Владимир. Свободная касса. Давайте познакомимся. Вы чем занимаетесь? Расскажите немного о себе. Меня зовут Лиля. Я работаю в Лечгородке. Это мой муж Владимир. Он работает в нашем Тираспольском водоканале. То есть мы благодарим вас за воду, а вас благодарим за здоровье. Да. Ясненько. А кому хотите приветы передавать? Ну, привет, наверное, родителям. И друзьям, и всем вообще, кто нас знает. Всем большой привет. Ну, хорошо. И вам тоже. Благодарю. Продолжим, да? Напомню, что у вас уже есть 150 рублей. На кону у нас еще 3 сертификата. И несколько вопросов. Готовы? Вопрос четвертый. Французы говорят, архитектор прикрывает свои ошибки фасадом. А повар чем? Комплиментом, соусом или вином? Соусом. Соус, да. Скорее всего, что соус. Почему так думаете? А все время в кулинарных как бы передачах, фильмах, там все время соус у них употребляется. Если что-то не удалось в блюде, да, то можно исправить соус. Но да. Я тоже думаю, соусом. Ну, я вас поздравляю. Вы полностью правы. Это соус. Вы умнички, вы семейная пара, которая будет прекрасно проводить время в этом заведении. Это ваш сертификат. У вас уже 200 рублей. Возьмите. Вопрос пятый. Он будет стоить 100 рублей. У вас есть в любом случае несгораемая сумма, вы уже победители, это факт. Это, наверное, очень сложный вопрос. Он, на мой взгляд, интересный и даже поучительный. Готовы к нему? Да. Внимание. Как вы думаете, кто привез вилку в Россию? Граф Потемкин? Марина Мнишек или Петр Первый? Ну, только угадывать буду. А можешь сейчас лучше и угадать? Марина Мнишек – это, по-моему, тоже супруга какого-то правителя. Скорее всего, что она. Потемкин, что Потемкин? Потемкин. Вон в Одессе Потемкинская лестница не в честь его построили? Ну, я думаю, Марина Мнишек. Так, короче, наугад. Или Петр Первый. Твоя какая версия? Ну, что Петр Первый все-таки принес. Да? Ну, хорошо, значит, Петр Первый. Значит. Или Мнишек.
Или Петр Первый. Нет, ну, мне кажется, что Мишек. Вот как-то так интуитивно. Да? Женщина, ну, да, и как-то мне, не знаю, почему-то мне кажется, что... А что, чтобы было удобно расчесываться? Почему бы и нет? Марина Мишек, да? Ну, давай так. Ну что ж, правы или нет, узнаем после небольшого комментария. В России вилка появилась в 1606 году и привезла ее Марина Мнишек. На своем свадебном пиру в Кремле Марина с вилкой шокировала русское боярство и духовенство. Даже само слово «вилка» окончательно вошло в русский язык лишь в 18 веке, а до того времени сей предмет именовался рогатиной и вильцами. Господа, я вас поздравляю. Вы молодцы, вы молодцы. Вот так просто вот шли по городу, я вас пригласил. Это ваше, пожалуйста. Вот она, естественная реакция. Пожалуйста, раз, пожалуйста, два. Возьмите. Спасибо. Все, вы можете в любое время прийти сюда, рассчитаться этими сертификатами и знать, что вы стали участниками передачи «Свободная касса». Спасибо большое, очень весело, и мне понравилось. Да и мне понравилось. Большое спасибо. А я у вас в Фейсбуке есть, друзья. Вот мои друзья из Фейсбука участвуют в моих же передачах. Участвуйте в «Свободная касса», и вам тоже повезет. Спасибо, искренне хорошего дня. Да. «Свободная касса». Традиционное наше с тобой селфи. О, есть, ставь хэштег. Так, у нас просто традиция, мы каждый день с Анютой делаем селфи. Да, сегодня вот еще не было. Вот, все, теперь будет. Выложила. Между прочим, самое первое селфи, по некоторым данным, сделала княгиня Анастасия Николаевна в 1914 году. Она сфотографировала себя в зеркале. Статистика говорит, что в минуту делают 2,5 миллиона селфи. То есть пока мы говорим, примерно на 8 миллионов селфилистов увеличилось. Между прочим, не все из них получились идеальными. Да, для того, чтобы у вас было хорошее селфи, вам нужен 7-й айфон. Вам просто нужны советы нашего коллеги Дениса Кириллова. Утролайт. Мы экономим людям деньги. И время. Если раньше люди начинали свое утро с чтения свежих газет, то сегодня мы листаем социальные сети и, конечно же, Инстаграм. Один мой знакомый даже признался, что уснуть не может, не посмотрев пару новых фоточек в Инсте. Ну и, конечно, как известно, все делается ради лайков, и чтобы количество сердечек грело вам душу, нужно постить качественные фоточки. Ну а сейчас узнаем, как сделать годное селфи. Свет. На это обязательно надо обращать внимание. Избегайте прямых солнечных лучей, иначе ваше лицо будет засвечено или покрыто белыми пятнами, которые не добавят красоты вашей фотографии. Вообще, фотографы говорят, что снимать лучше или рано утром, или уже вечером на закате. Именно в это время будет самый мягкий свет. Пасмурная и облачная погода тоже подойдет, но так как мы живем в южных широтах, и солнце не щадит нас, ищем тенек. Ну и по возможности, даже вечером не надо пользоваться вспышкой. Красные глаза и прочие бонусы вам обеспечены. Лучше поищите какой-нибудь другой источник света. Ищем интересный фон. Понятно, что если позади вас находится океан или, например, Колизей, то вашему фото обеспечен поток лайков. Ну и у нас можно походить, поискать и найти то, что ты ищешь. Интересные здания, подворотни, да в принципе можно сфотографироваться даже на фоне листвы, и уже будет не так скучно. Ну и следим за тем, чтобы на заднике не было мусора или случайно попавших в кадр людей с непонятным выражением лица. Ну и для всех любителей снэпчата. Этим тоже не стоит увлекаться. Кстати, животные в кадре – это плюс. Милые зверушки всегда фотогеничны и не могут не притягивать к себе внимание. А уж если вы встретите знаменитость, не отпускайте его без селфи. Знаменитости в кадре – это прям двойной лайк. Если в Тирасполе вам не довелось встретить Тома Хэнкса или Гошу Куценко, на крайний случай можно щелкнуться на фоне Ленина. Старайтесь сделать как можно больше кадров, будет из чего потом выбирать. Пользуйтесь штативом или селфи-палкой и, кстати, по ситуации пытайтесь сделать снимки не на фронтальную, а на основную камеру. Качество будет намного лучше. А чтобы успеть подготовиться, включаем таймер. 3, 2, 1 и воу-воу-воу! Будьте собой, не бойтесь быть смешными, неестественность сразу бросается в глаза. Так что расслабьтесь и делайте свой лучший кадр. И, кстати, не пренебрегайте приложениями для обработки фотографий. Их на App Store и Google Play предостаточно. Пару фильтров, блеск в глазах, и все, вы уже пытаетесь выбраться из-под лайк дождя. До встречи в Инстаграме!
Наш Денис Кириллов рассказал вам, как сделать быстрое и качественно хорошее селфи. Но вы только представьте, каково приходилось художникам до того, как изобрели фотоаппарат. Вот нужно ему сделать селфи, потом выставляет зеркало, рядом холст, рисует, смотрит вот в это зеркало, потом на следующий день, он же не успеет за день, ему нужно точно такую же одежду надеть, ему нужно также накраситься в конце концов. Проще было просто взять другого художника, чтобы он написал твой портрет, и все. Ага, другому художнику платить надо. А, тоже верно. Угу. Меня зовут Кирилл Якименко, мне 15 лет, и я портретист. С раннего детства я очень любил рисовать. Закончил Днестровскую школу искусств в 10 лет и после продолжил этот путь. Я подумал, что прикольно очень зарабатывать бы. Вначале я рисовал бесплатно своих одноклассниц просто. Но сарафанное радио взяло свое, у меня появились первые заказы. Самый первый мой заказ – я подошел с максимальной к нему ответственностью, перерисовал даже два раза, но в конце концов портрет не заплатили и не забрали. Второй портрет выдался менее драматичным, оставались сутки до его сдачи, но он, мягко говоря, вышел на троечку, и я с самого раннего утра его уже перерисовал совершенно другой техникой, и на следующий день у меня был довольный заказчик и первые мои заработанные деньги. За свой первый портрет я взял 50 рублей. Юный портретист изначально рисовал только с фотографией. Однако несколько месяцев назад его пригласили на ярмарку «Кукуруза», которая проходила в Днестровске. Пришлось осваивать новую технику – рисунок с натуры. Эксперимент, как признается Кирилл, удался. Чем отличается портрет с фотографией от с натуры? Тем, что он более точный, линейный. Делается он примерно от 2 до 4 дней, это в зависимости от формата. А портрет с натуры, он делается 20 минут. Художнику приходится нелегко, когда надо запечатлеть буквально за 5 минут все черты лица. Портреты могут остановить время. Человек, изображенный на нем, может спустя много лет глядеть на него и смотреть, как он был. Во время процесса с ним надо разговаривать, потому что он может открыться совершенно с другой стороны. Это может успокоить. Также в конце работы, когда уже завершающие штрихи, я ему говорю, что можно уже расслабиться. У меня хорошо получается выделять острые черты лица. Получается очень хорошо рисовать мужчин, их скулы. Рисунок с натуры, он первоначально линейный. Он любит очень острых граней. Мне сложно даются губы по многим комментариям. Также раньше мне очень тяжело давались волосяные текстуры, но сейчас поднял свое мастерство. Мой уровень уже достаточен для того, чтобы уже зарабатывать. Но все-таки есть недоработки, над которыми надо исправлять свои ошибки. Надо работать над более мягким штрихом. Также более подробное прорабатывание глаз, носа, губ. Это самые контрастные части лица. Мой главный вывод в том, что я должен всегда, каждый день совершенствовать свою технику. Это главный ключ к успеху. Продолжаем ликбез в области кофейных напитков. И сегодня вместе с баристой Дианой мы расскажем вам о глиссе. Доброе утро, Диана. Здравствуйте. Расскажите, что это за кофе такой глиссе? Холодненький, очень вкусненький. Мы берем шарик мороженого, молочко и порцию кофе. Но это модернизированный. Это наш приднестровский такой, да, вариант? Да, в классическом варианте там идет просто шарик мороженого и порция эспрессо. Ну, наш вариант интереснее, давайте мы его будем готовить. Давайте. Давайте. С чего начинаем? Так. Мы скатываем шарик мороженого.
добавляем его в стаканчик. Какой он красивый получается. Это специальная ложечка такая, да? Да, специальная. Для мороженого такого. Так, мы сразу нальем молочка. Холодное должно быть молоко, да? Ну да, чтобы было вкуснее. И приготовим порцию эспрессо. Ну а пока Диана будет готовить порцию эспрессо, я расскажу вам об истории этого напитка. Есть легенда, что молодой австриец как-то в обеденный перерыв решил забежать в кофейню и выпить своего любимого капучино. Но у бармена не оказалось молока, которое нужно для приготовления этого напитка. Тогда находчивый молодой человек заменил этот компонент мороженым. Клиенту очень понравилось. И не только ему. Очень скоро глиссе полюбили и во Франции. И назвали его именно на французский манер глиссе, что означает замороженный или охлажденный. Диана, какое мороженое лучше использовать для вот глиссе? Шоколадное с какими-то вкусами или лучше пломбир? Вообще в классическом варианте, ну, лучше, конечно же, пломбир обычный. Но если есть какие-то другие вкусы, приоритеты, хочется поэкспериментировать, можно поэкспериментировать, да, пофантазировать, добавить что-то новое, интересное. Так, теперь мы берем порцию эспрессо и добавляем уже готовое наше мороженое с молочком. Его лучше пить вот сейчас сразу или подождать, чтобы немножечко потаяло мороженое? Нет, конечно же, вкуснее будет, если немножко мороженое подтает, да, и все это до однородной массы некой смешается. Но, в принципе, каждый волен выбирать, как пить. И... Ну, я вижу, что это вкус. Не только очень вкусно, но еще очень красиво. Кофе очень красиво оседает ко дну. Да, оно постепенно сядет и будет очень вкусно. И красиво. Мы можем подать так, а можем красить еще мяткой. Будет еще красивее. Давайте сделаем еще красивее. Давайте. Спасибо большое, Диана. На здоровье. Как вы видите, глиссе можно вполне приготовить в домашних условиях, так что начинайте свое утро вкусно. Эта профессия считается одной из самых травмоопасных профессий в мире. Речь идет о балеринах. Глядя на изящных девушек, которые, казалось бы, с легкостью крутят фуэте и совершают грандиозные прыжки, трудно поверить, что во время репетиции они сбивают ноги в кровь и танцуют, превознемогая боль. Следующий сюжет о балерине, которая некоторое время жила в Приднестровье. Алисе Узуновой 17 лет. 12 из них она занимается балетом. Влюбилась в него сразу же после первого занятия. Она идет своей дорогой, несмотря на тяжелые физические нагрузки, переезды и даже необходимость жить одной в чужой стране. Когда мне было 5 лет, мы переехали в Брюссель. И я тогда сказала маме, что я хочу продолжать заниматься балетом. Я очень счастлива, что мы тогда нашли нашего педагога Лоранс Дамс. Это она была моим первым педагогом в Бельгии. И потом я решила, что я хочу больше быть в профессиональной школе, потому что это была частная школа. И я тогда выслала видео в Антверпен, в королевскую школу Антверпена. И вот мне было 11 лет, и я переехала сама в Антверпен жить. Я там жила в интернате. Мне сначала было очень сложно жить одной, потому что для меня моя мама – это все, и я без нее, мне было очень сложно. И, конечно, вот первые 2-3 месяца я рыдала. Мой педагог Ольга Яковлевская, она научила меня русской школы, и я тогда в нее так влюбилась, потому что все эти руки, ноги, голова, это все настолько... Я тогда решила, что я буду работать и что я очень хочу поехать в Санкт-Петербург в Академию русского балета имени Ваганова. Мы
мы с мамой сделали видео и подумали, давайте вышлем в Ваганову, потому что надо попробовать. И они нам ответили, что давайте приезжайте на просмотр. И я была такая счастливая, я вообще не могла в это поверить. Но тогда мама была беременна и не могла со мной поехать. И мне тогда было 14 лет, и я поехала сама в Санкт-Петербург. И я себя показала. Я была такой счастливой, я, наверное, вся сияла от счастья. Но потом мне сказали после просмотра, приезжайте на следующий год, потому что вы еще маленькие. И я вообще не могла понять, как так. Еще сама у меня стресс, паника, как я еще помню, я сказала, главное, что я сейчас готова, пожалуйста, дайте мне этот шанс. Вся была красная, я даже не могла слезы удержать. Но потом в этот же день вечером маме написали письмо, что вот мы сделаем исключение Алисе, чтобы она на 2 года раньше могла приехать. В Академии русского балета наш ректор Николай Максимович Скорица. Ну, он очень строгий, но очень хороший ректор. Он очень жесткий, но так и надо у нас в профессии. У нас день начинается, конечно же, утром рано. Я обычно за час до урока прихожу в зал и начинаю разогреваться, потому что без этого я не могу делать урок. А потом у нас идет урок, палка, середина, пальцы. Потом, конечно же, репетиции. И вот так вот весь день, ну, с перерывами. Но я, как иностранка, я училась сама дома. Ну, в смысле, я учила, и потом надо было в Брюсселе ходить и сдавать экзамены. Ну, у нас были репетиции обычно до 7 или до 8 часа вечером. И потом, конечно, уставшие, нужно еще учить. Но у меня в комнате, я жила с девочкой из Испании, и она тоже так же училась. И мы с ней вместе учились, и это было чуть-чуть легче. В декабре мне нечаянно нос сломали день до спектакля. И я сама не могла сначала поверить. Я подумала, ну ничего, что-то там хрустнуло, но пройдет. Думаю, завтра буду танцевать, потому что я тогда достаточно много танцевала, я не хотела подводить педагогов. И тогда директор, он услышал хруст в носу и сразу мне сказал, так, быстро в больницу. А это была наша генеральная репетиция до спектакля. Говорят мне, у вас сломан нос, вам нужна операция. Я говорю, как, у меня завтра спектакль, я не могу сейчас это все делать. Мне тогда сказали, что у вас могут быть проблемы с дыханием, испугали меня. Танцевала спектакль, конечно, брала очень много таблеток, чтобы ничего не чувствовать. Но я рада, что это так поступило, я была рада, что я смогла. Ну, с ногами тоже, но это уже такая боль, что мы к ней привыкли. Это уже даже не боль, а это нормально. Ну, когда мы танцуем, я об этом вообще забываю, потому что я настолько вживаюсь в музыку, в движение, что я боли забываю и в конце ее вообще не чувствую, только если задумаюсь об этом. Пуантов уходит очень много, потому что
репетируем очень много, особенно к спектаклям готовимся. Обычно у нас за месяц 3-4 пары уходят. После года в Санкт-Петербурге, в Академии Вагановки, я решила, что я хочу поехать в Германию, в Мюнхен, потому что я хотела и современные танцы, так и балет. Я там сейчас год проучилась, очень многому научилась, и сейчас у меня последний год, и все, и надо уже работать. Моя мечта всегда была Лондон, королевский балет, Royal Opera House по-английски. Я хочу туда, очень смешно, потому что я еще никогда не была в Лондоне, но я настолько чувствую, что я должна там быть, и я работаю, стараюсь, чтобы все получилось. Для запоминания правильного употребления глаголов «надеть» и «одеть» придумали специальное предложение. Одеть надежду, надеть одежду. Вот в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» была героиня Надя. Она была преподавательницей русского языка. Так она эту фразу говорит с ошибкой. О боже, я забыла одеть мое праздничное платье. Ну как так можно? Ну учительницей с ошибкой. Ничего, без ошибок была бы скучна наша жизнь. И не было бы нашей следующей рубрики. По скриптум. Поехали. Готовы? Готовы. Бодрячком. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дайте суфлер. Все, фокус есть, все дела. Все есть. А чего нет? Кора нормального, да? Профессия, о которой сейчас пойдет речь, эта профессия считается одной из самых травмоопасных профессий сама. Эта профессия считается одной из самых травмоопасных. Все хорошо, мы не смеемся. А сейчас я расскажу, как играть на кувшинах. Эта профессия считается одной из самых... Тихо. Чтобы найти новое звучание и стать известным на весь мир... А, как тяжело вешается-то. Чтобы разобраться во всем многообразии... Нет. Че? Раз, два, три. Чтобы найти новое звучание... Работаем, работаем, пока нет людей. Да. Это профессия. Все, все, все. Я есть там, да, в кадре? Зачем ты это делаешь? Друзья. Все. Спасибо, коллеги. Дали нам поработать, коллеги. Между нами тает хлеб. Вот так мы и снимали. Ну что, готовы? Ребята, поехали. Коллег очень долго. Мастера древесных дел Владимира... Почему я хочу вас, Виктор, вам сказать? Ерунда, неправильно, некрасиво. Сейчас мы скажем красиво. И мастера древесных дел Владимира Викторовича. Да что ж такое, почему я вас хочу? Мне кажется, что... Еще. Что хочется переписать? Сегодня нам в этом... А... Что такое, а? Я включаю. Да я не знаю. Леша, что такое? Почему у нас не идет так, как надо? Ну, дефекты речи, ребят. Тут уж как бы... Так, последний раз пробуем, и все. И все должно быть четко. Так или иначе, необходимо. Калинка, малинка, калинка моя. Скажи, что ты все снимал, да? Конечно. Отлично, еще по скриптам пойдет, да? Настало время говорить слова благодарности. Мы говорим слово «спасибо» кофейне «Арабика», которая находится в салоне красоты «Пудра». Здесь очень уютно и очень вкусные напитки. Мы с Артемом пробовали. Ну а у нас на этом все. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Все самое интересное смотрите в следующее воскресенье. С вами была Анна Бугаева и Артем Мазур. Пока. Пока.